Даже так, у меня вот тоже налогового не было. Не, ладно, Да. было. Я сначала рейды юзал. Если штук 20 накрафтил. Где Дрищ, там? беги, получится. Микрочелики. Там мобы бегут, так что осторожно. Кто не готов был к бою, готовьтесь. Где там этот танк наш великий? Он решил не заходить, да? Пошли-ка вы нахуй, типа, блядь, со своими мобами, блядь. Я сюда, блядь, босса в танк пришел, не трэш. Сейчас касса бешеную. Да, если маны хватит, а не хватит. Нас там был. Да Так, выходите уже. ладно. Понятно, давайте. Все, не заходим сейчас просто. Пусть они заивейдятся. Все, кто умер, тот умер. Логично. Ну, а кто успел выйти, тот, ну, молодец. Все, они ушли, захотите. Сейчас подставишь, да, нас? По-моему, агрон сове, нет? А Но у где меня на он? сове, на маге пишет, на главхиле, на врочке. Не, на мне нет. Ну, моб... А, все, пропало. Мобы бегут вон назад. Все. Ну, все, отлично. Меня чар ждал. Я Так, домой ладно, буду. давайте, Рочка, давай все-таки в это... На Че? всякий случай в хило. Ну, все равно за маслом сгоняю. Вот отсюда можно, по-моему, кошечку пулять. О, О, не боже, кошечку. началось, а? Я Класс. притворился. Ладно, пускай придут уже. Пускай придут. На Все. главхила побежали. Назад, спуститесь назад. Ну зачем ты там? А, ладно, нормально. Страшно, блядь. Очень. Класс. Пиздец, блядь, под себя налил, блядь. Я ж паладин. Че, попробуем здесь бить этого подругу или нет? Или не хотите, будем чистить трэш? Можно самоечку, пожалуйста. Сейчас трэш добьем, поставили трещу. Ой, а у меня О, коль. гашкаф. Я так понял, что нет, правильно? Не, давай лучше трэш. Ну и Я не знаю все. вообще, о чем ты. Как это делать, я не понимаю. Как, Становишься как? собакой, знаешь, деву, и просто собака бежишь, и дева сюда выбегает. Через Не, собака побежит же через по кругу, всех весь трэш запурит. Они ж починили текстуры. Они через стенки не ходят теперь. Все, вопрос снят. Извините, забыл. Не понял. А как я сагрил? Не знаю, давайте стан. А, опнули. Да. Давай, мы команда чемпионов. Каску дай. Вы можете не умирать, ребят, ну правда. Ну что это за дела? Че я кнопки должен нажимать? Согласен. Мизира с пикой. Я ману еще восстановить должен, у меня маны нет. Треба стоит. Ее можно покушать. Спасибо. Что ты понимаешь условия труда ползу? Бля, какие ботинки золотые. Надо себе золотой сет собрать. Не обессудьте, я это не даю. Каску тебе, каску тебе. И тебе. У Рейза есть. А Дрыщ не умирал, да? Дрыщ до конца выжил. Понятно. Гений получается. И Что-то здесь. это перчатки с мастерством просто. Где? Кожаные. Два сокета, но мастерство. Все, да, согласен. Значит, не они. Еще и 26-е. И хуй себе, что тут, бля, за этим левелом гонишься. Ну конечно. Статов-то больше. 32-х. А, Дрищ тоже знает эти все маршруты паркурные. Ой-ой-ой, у нас тут все зашли, пошли.
Я дал стан и умер, все нормально, пацаны, держитесь. На бесочес надержитесь. Естественно всем. Давайте как-нибудь это за текстуры встанем, чтобы они заивейдились в одну точку. Я пока не дамажу, у меня нет напула, я не хочу это делать. 7 секунд. Мак, МК. Она там пришел, я дамажу. Мне просто когда прилив сил кастует в МК. Он нормальный. Не, тут как бы даже МК сдавать не надо было. Блять, у меня когда какой-нибудь ханта берет в МК, там пиздец, все, начинаются раскасты. Я вчера... Говори. Такая зеленка. И пока. Не, ну зеленка это понятно, но там зеленка условно прижимается, что таких вещей не было. А в этом вот я вчера шаманом ходил. То есть я там условно там сразу вижу этот, как будто МК сдает. В МК сдаю какой-то контроль. Только меня взяли в МК, я просто забегаю в пачку хилов и грому молнию сдаю. Бахнулась вся пачка. И все, так я и упал. Бейте сову. Да не, все правильно, могу. Я побежал, она там не в МК даже. Дайте адекватный пояс. Бля, это пояс сильный какой. Согласен, сильный. Так, она вообще тебе нужна? Да хуй знает. Да. Да, хочу запястье. Значит нужна, все, значит идем. Ура, дева! Пойду маме скажу, что пойду деву бить. Накажет меня, скажет девушек бить нельзя. Какие вы запах хотите? 232? Конечно. А, ну если там есть повыше, то лучше повыше. Нет, я имею в виду кожаные, которые легкие. Тканевые. Тканевые мне нужны. А ну я бы кожаные взял. Ой, это я ебан, простите, что-то, блядь, вперед вагона поехал. Какого вагона? Я просто... Ну, ты кого оскорбляешь? Ой, сейчас кого, контроль? Ну, дал. А я не знаю. Ну там кто-то дебаф вешает, там что-то кто-то контроль берет. Там да, фейс урон, у вас как бы фейс урон хватит. Да ладно, мы сейчас, блядь, зауешим, давайте Геру поехали. На дреща там все побежали, ну, на полка, да. Ну, потому что фейс урон мало. Чё, ну, потому что у тебя 8000 урон ДПС? Нет, но фейс урона мало, и поэтому агро мало держит. Без льву дал, все нормально. Так это же так. Я сам сбросил. А? Пирекс, никого не слушай, не надо тут танчить. По-моему, ты все правильно делаешь. Рейс, ты сильный, ты можешь и сам с ней справиться. Ну, кстати, магический урон тоже, по-моему, порезан. Да. А тут стоять на рейнже надо. Пирекс. Нет, на физ урон, а магический тоже, мне кажется, порезан. Просто повелся на мнение толпы. До конца нужно гнуть свою линию. Не знаю, меня ревность убила. Реалистично. Не ревнуй, не ревнуй. Я стараюсь. Я стан дам. Все, я дал стан. Посмотри на эту прелестницу справа стоит, она просто на такая кулаки выставила, и все, типа, готово лицо бить. Но при этом стесняется. Мирочку на нее поставлю, смотри. Прям напряжение, прям готово к бою. Блин, только дальше не агрите, поднимите меня, пожалуйста, ты что-то лежу. Это лежать. Один. Часам не прибегаю. Я. Я репу это буду терять тогда. Чуть такое, нельзя. А зачем тебе репа на... А, на сорва, да.
А, ты взял себе сурва, чтобы это, чтобы больше статов лутать, правильно? Ну конечно, чтобы колечко можно было это нормально использовать. Это колечко, все понятно, и там левел дрочер, все понятно. Чтобы... Ну у меня... Вот что в сурве приходится вместо 26-го носить. Ужас. А что ты с этого? Гарна, кстати, можно взять триньку. С кого? С Лагарна, по-моему, 25-ки тринька падает. Зачем? Там же это сила атаки. Ну, а что тебе сурвы? И меткость. Так не нужна? И меткость. Ну, мне ловкость там... нужна. Кто, мы улетели? Или только я завис? Нет, только ты завис. Обожаю. Пока падаем, я, ну, пока я вешу, посмотрю на эту тренинг, я тебе скажу. А я собрал 8% хита. Да я не про хит, ты шо, дядь? Ну, а зачем мне 2 капы? Мне нужны 300 гилы. А еще, кстати, может быть. Статичный 222 АП и крит, который периодически прокающий. По уголону тренинга. С уголовной имеешь в виду? Все равно ловкость лучше. Я ж, блин, тебе 25% ловкости даю. Точно, ты же в сурве таланты имеешь. Угу. Там ничто не побьет этот талантик. Ловкость. Да, все нормально, захожу назад. Так, я единственный, кто умер, поэтому сейчас я просто сам покушаю и иду. Быстренько. Можешь, чтобы у меня ребаф точно дайте? Ты что кушать будешь? Я? Агил кушаю. Рыбу ангел. Инту, донту. А, вот у тебя, кстати, еще что урона больше. Ты еще рыбу такую, я что-то обленился и тупо рыбный пир. Поставил. Ну, я ну? Этот, я и 10 ловкости кушаю. Эльварчика этого зип. Каску надо будет еще. И фейки. На свое горе. Показал фич, я теперь его по урону догнать не могу. Спасибо. Мне раньше сейчас пира подогнал. Пир сейчас вообще 50 голды стоит. 300, считай, мне дал. Спасибо. Так, что там, кому не хватает? Это где ты, Дон, там прыгаешь? А, это мой, да? Ну, хорошо. Вы навыкла? Не, я в два. Ой, а тут может тут диспели, кроме меня. У нас два приста есть. У нас есть холи прист, который будет диспелить. Нет, ты диспелишь. Да, я... да, а где у нас прист? А, у нас прист уже побежал, понятно все. Давайте не обосрёмся. Ой-ой-ой, что-то вы так пулите, ребят, ну нехорошо. Пулим вообще некрасиво, согласен. А разойдитесь на большой расстояние. Ой, бля, еще и Дон здесь. Давайте так, плюсиком. Да. И в итоге это Хант в спину бьет. Райс, не хочешь местами поменяться, чтобы в спину бить. Ой, что-то гидрохилил. Да. Давайте желтый джаг, как буду лучше. Желтый вообще хорошо сыграет. О, чья эта трапа лежит? Чья эта трапа лежит, а? Да, это и... мне сало кинули, когда я подходил. Понятно. Такое подстава. По кнопки жмякаем, лишь бы казать, как с девушкой играешь, когда вы какой-нибудь, типа, я играю в Mortal Kombat или там в Taken. И, типа, ну, короче, ладно, давай поиграем. Она такая начинает просто тут. И все, и типа. Все подряд. Да. Слушай, встань нормально, что ты так этот. Ты меня убить хочешь или что? Что нас убьет-то? Ну он же там этот, когда кидает херню эту свитер. Вот. Разучу. Понимаю. Становится.
Я бегаю, я этот трап уставлю. Дамажу так и так. Проверю хантов по объявлению, блядь. Хуйню какой-то занимаются. Придумал себе квест. Слушай, ну без стыдика играть прям, наверное, весело. Ну, блядь, ну... Без дабл мне не дано пока что. Почему? Я вообще в бок бегаю всегда. А? А ты бок в бок, если, ну, если боком бегаешь, ты, тебе меньше надо бегать. Потому я что ты делаешь шажок в бок, поворачиваешься, у тебя фрейм типа ну, в сторону босса, и отворачиваешься тут же. Ну не, дело даже не в этом. Дело в том, что просто без дабл не очень удобно играть и без пробела. У меня нет у меня пробел макрос. А, да? А как ты прыгаешь? А, подожди, нет, у меня ж нет, у меня ж нет, я соврал тебе. Ну-ка, я соврал. Ну-ка, а нажми на пробел. Нажал. Ну, прыгай. Прыгает. Ну, у меня макрос прыгать. Да, вместо одного. Понимаю. А shift пробел? А shift пробел это маунт. Вот почему. А X? А X притворится мертвым. А Г? Английская? Нету ничего. Да это далеко слишком, ты чего? Да. У меня максимум Т есть, а то это хилить питомца. Это рядом с F, G, чё тебе неудобно? Г это ГП, наверное, да? Как Т, как Т с крючочком. Ну, С с крючочком у меня ничего нету. У меня на F есть. И то там, но уже бесполезные кнопки там идут, там, типа, лучше, типа. А, это танка шея. О, наручи. О, наручи. А, у меня есть такие. Вау. Мне сюда это нужно, да? Получается, я распылил. Распылить, все. Все, все распылил. Райзер, есть райзер. Хотя у меня был где-то ножик. Давайте. У меня не прокнуло. Давайте рискованные игры будем делать, короче, там будет 5 человек, не откажусь нажимать, даже если шмотка нужна, опять пылить. Даже, видимо, не прохнуло. Чтобы стимул был ходить в Каражан. Китай, согласен. А что еще раз повторите? Да он хочет пылить весь шмот просто. А, можно. Да, 5 человек, ну, условно, одному шмотка нужна, выделяется группа, вот, в которой человеку нужна шмотка, они, типа, жмут, не откажусь. А второй? По-моему, он бы хорошим был. Так, а где Пирекс-то тут? Пирекс тут. Сейчас будет план капкан, давай. Я сейчас подбегаю. Сам одного просто. Это, я могу это, в этого, поняли? Нет, не могу, не понял. Блин, я запутался. Нормально. Через текстуру меня притянул. Нихуя. Я могу скованные нежити делать. Неплохо. Но они все равно перетянули, так что все нормально. Большое спасибо. Сава. Бам-бам-бам-бам. У нас ангел есть. Сава, спасите, пюреха. Ой-ой-ой. Все ангели, ты сейчас секунду ждешь. Так, еще есть секунду, чтобы... Нет, это у меня есть теперь секунда. Да, блин, за квест. Мое приложение было лучше. Там безобидно, просто пылим шмот и все. Это Starfall. Я прям вижу, как видел, как эта сова типа спряталась в стенку, прям вжалась, нажала Starfall. И все равно не помогло. Ну, он убежал, типа такой, типа, это не я, ребята, пожалуйста, не трогайте, ну. Так, давайте скелеты, а тут что нас замораживает? Зафокусим, а потом будем ауешить. Да вообще в целом как-то неприятный состав трэша, если я вам так скажу. Страшно. Блин, а давайте договоримся Невера не хилить. А что так? Так у тебя хил больше всего улетает. 72 тысячи. И еще 68 тысяч. Оо, ребят, убейте меня. Оо, убейте его. Ты где? Тебе лично плюшку дам с косы. Так, информация сверх недоступна, понятно, до свидания.
Никто не, нет этих. Я могу посмотреть. Don't run two, тебе 10к, Void Fury 8к, Rise 7к. Я ничего не нажимал. Да конечно. Там, блядь, небось, там, блядь, 6 разрывных выстрелов, блядь. Вот я там 2 секунды жил. Приказ хозяина, там трапа в него, не знаю, там, не знаю, ракет среди, там атомный реактор. Танк танчит что-то там, кого-то. У меня агро на нем, по крайней мере. У меня нет агро, и ладно. Тебе каску. Да, блять, нахуй ты меня тянешь, козел. Пришло. Долго бежишь. Он тебе помогает. Понимаю. Это как у Вара в катаклизме этот прыжок появился, когда он еще так вылился. Мне еще 400 репы надо. У рецепт. 435. А у меня уж такой есть, это нечестно. Да нахуй. Кстати, рецепт говно, я так чисто. Поугарай. Конечно. Все. Сковываю. Да, сковываю, там пить одного за этого. Одного снул. Надо, что ты делаешь? Что ты не делай, нет. Я сдам. Все, нормально, живем, пацаны. А второго зашаглите, который здесь внутри. Все хорошо. Не, кто-то забил. Вот этого, который сзади стоит, сразу шакл. Нормально. Как шакл, мы тут уешь все. Ну не уешьте. Все, взял. Была... Зачем уже это добьем, ты все? Ну ладно, стан дал, давайте, раз не хотите так, сделаем пока вход. Блин, ну как кибератлет нужно делать, ну чё, ребят? Кибератлет, ну, ворвались, всех сразу спулили и выжили. Не. Оказывается, не взял. Не, они. Профессионально, ты этот. Да. Рейс, я тебе только не бафал каски, ты мне нанес как бы на секундочку 7000 урона. Не забывай. Мин, да, просто пробегай. Что только начало, понятно. У нас тебе с тобой заруба? Хотя, бля, у тебя больше шансов, бля, какой-нибудь ШВ там нажмешь и пиздец, тебя не пробить. Никого, если ты чё. Ну, типа, если ВМК возьмет. Да, давайте, вообще ужас, пиздец, блядь. Ну, я нахуй. Условия труда никакие, прям совсем. Все, не пафай ему ничего. Сними по каску, без нее будешь играть теперь. Я тебе могу каску. Ой, лапу. Бля, один дрыщ, смотри, молодец. Я как не посмотрю, на нем постоянно каска висит. Ни разу не было случая, чтобы каска на нем не была. Я не. Давайте все это сагрим, ваш сильное. Да, не... давай все агри. Пожалуйста, я не пошел. Надо. Да в прошлый раз хуйня была, не надо. Ну, бля, помню. Я надо уже отдал. Не уводить. Ну да, не надо. Да, ой-ой. Ой, понеслось. Что за балаган? Ну, десятку бесовый делать. Что это такое? Я предлагаю саму кикнуть. Из лучей выйдите. Лучей. Пожалуйста, выводи, больно. Мобов точнее выводите, лучей, не сами ходите. Выходите из рейда, типа просто, типа тут непроходимое место. Кто-то побежал на выход, я пошутил. Че ты, смотри, там брат вроде вернулся. Блять. Луч. Так поможете стать луча, ничего не делает. Там мобов надо было. Ну, у нас так было, что этот...
сколько? 5 лучей в одну точку кинуло, и бат, весь рейд сразу упал. Тот раз это был. Ну да, запрошу никогда. Ух ты, молоток. Ух ты, ну трансмог какой хорошенький. Хуйня. Не покрасивее можно найти. Любой, причем, да? Да. Вот берешь с первого уровня, который просто палка, типа, его даже пизжа. Хуй-то. Кстати, нужно этот, на ДК сделать топор кирку двуручный. Изучал, видите? Да, нормально так сойдет. А в этом каска есть за квест в... Как он называет? В... Первая БКшная локация, как она называется? Волос Рафаского пламени. Там есть латный шлем, как этого, горняка. Каска. Типа, и это... Это где на голове такая фигня крутится, да? Не, нет, именно просто каска обычная, такая желтого цвета с фонариком. А, ну да-да, да, фонарик такой строительный. Да, и кирка есть, двуручный топор, нормально. Ну чё, давайте, делаем ваши ставки. Красная шапочка. Ромео и Джульетта. Дайте бафы. Ромео и Джульетта. Красная шапочка. Впереди. Быстренько кушаем. Вот тебе баф. Не видел только шапочку. Осталась шапочка. Да рассказывайте, может, что угодно. Хорош. А там сейчас бац и лич, короче. Ведьма 25, вот 10. Если раз весь дровосек и не начинается все, ну в смысле с этих четырех, а потом уже только дальше. Сейчас будет комбат, просто все в одном. 5 волков и этот будет. Тишина или что? Дай каску помогу. Да господи, что ж такое-то? По брестам через 24 минуты. Спасибо. Минуты, кого там первым убьем? Тяжемся. Кто первый появится, того бьем. На выху. Дороти. Давай сейчас. Да пускай все выйдут, блядь, ну покрутишь ничего. Как же так? Все, теперь можно крутить, поехали. Значит, за орду. Шене. Так не кастуй. Вот я тоже так думаю. У меня кошка бьет. Вот татошка. Ну, кстати, мы безумную кошатницу до спятки сделаем и этих. И с чем? Дракончика хочу красивого. Блин, так-то да. Че ты меня падаешь, честно говоря? Мы зеркануть не сможем, там два танка надо делать, париться. Два танка и этот хил. Пускай хил с танком одни уходят туда куда-нибудь, освоясь. И там держат. Ну или в три даже танка, без разницы. Хули, сейчас ДПС, блядь, жопой жуй. Кого сейчас бьем? Смотри, вон на ней. Я Хохотуна бьем. Я на балбеса смотрю. Давайте что угодно. А мы в одного, да, 5 хила идем? Да что ж такое-то? Почему?
Мне должно Извините, ошибся. Я думаю, там этот идеально, наверное, сейчас просто сидит, книжку читает, там ногой просто на клавишу нажимает. Да не, он соло все отхилил. Я два раза меньше, чем он отхилил. Понял. Это я это книжку читаю. Так он хилит. Ну вот, ну все, он все равно, знаешь, не исключаем тот фактор, что он может прям это делать. Ох уж эти кибератлеты на хилах, ужас. Ой, я этот глянь, экзекут фаза у хатна, я его не бил. Теперь кого бил? Ну, у нас как-то все пошло не по этому, не по планам, а как-то, блядь... Да, не по очередности их бьем. Почему все меня на голову убьем? Уж хп у него нет. Я сломался. О нет. Что такое? Че это голос? Это мой, это Невил. О, дождик. Спустя месяц. Хорош, отлагал. Первый раз такой вижу. Что балбес. Опять я стану старый ржавый рух. Пуч, за это душная тетка будет, ну. Фу. А у меня не отлагало. Который бегать надо? Угу. А, не, это ведьма. Понял, понял. Другая тетка душная. Вон там раз полетал уже. Я не спаду. Хорошо, что у нас два хила. Просто не заходи в мир, ты стоишь у нас. Кстати, а что это? Косты спивать-то давайте это. Прикольная вот штука, урона можно не получать. КПС можно будет. Отведи, пожалуйста, Пикс. Не знаю, а фантом нормально, ты типа это. Взлетаешь и можешь стрелять. Полетели. Типа серьезно, ну, блять, фар, ДК, ну два челика, вы чё? Косты сбиваете? Мы летаем на этом. И чё, блять, вы косты не можете сбить? Давайте я отведу, а то я так понял, что что-то это проблемы какие-то начались. Все. Ну куда ты его брата таунтишь под ветером? Что ты делаешь, брат? Соберись. Он не может, наверное, каждый каст просто сбивать. Пиракс у нас в другом этом, в Дискорде. Ну вот, он... вот сейчас он точно не мог сбивать. А кто следующий такой? Отведи, отведи назад, брат, брат, назад, назад. Куда-нибудь просто подальше от ветерка. Видишь черный ветер? Это плохо. Блять, райс как будто на батуте, блять. Дайте линжу. Пирекс, наверное, обиделся за то, что его с Накса выдернули, понятно. Да нет, там просто 8 секунд кулдауна. Не, если не, она кастует по КД, а? О, хилам. Ну какая хуйта, сука, Варя. Скажите, когда там заходить? А, можешь заходить. А, за ниточку ленточку, я что-то распылить нажал, все. Хотя ладно, нажму нит. Я нажал. Все, умираем, там пиздец, там, да, все гибнет. А, мы падаем, да? Да. А я сплю. Главный холд ТП. Ну давайте быстрее разролим, разролим, разролим. Какой отличный босс. О, смотрите.
Ты выиграл. О? Лента у меня? Ленточком, да. Ладно. Возможно, главхилла дашь? Ну, он сейчас просто ролл кинет. А, ну хотя ГГ Снип у нас на ШП постоянно играет. Зачем? Так, главный холл, ТПшимся все? Пошлите. Понимаю. Че, может мы через обходной путь пойдем? Донт. Да. Нам же там два моба осталось убить. Ну ладно. Ну, 4 может быть. А там 0. Подожди, не-не-не-не, нам. Ну нам же вот, два фантомных гостя, серьезно, разница. Я закрыл. Мы же выйдем к погибели. Ну там же эта дверь. И будут те же самые духи, которых и так надо убивать. Мы только бежать дальше будем. Пускай он с той стороны бежит, а мы с этой, и кто быстрее? Это мы уже прибежали. Там моб стоит, он же об него загрится. Призрак этот, который... Ну, кому это мешает? Нам не мешает. Понимаю, вопрос снят, извини. Просто не осознал, с кем разговариваю. Так, моя ошибка. Сейчас. Кстати, есть рецепт у кого-то 45-й сыка? Нет. А зачем тебе? Ну, что-нибудь крафтить. Ну там же сферки нужны рыцарь. А сферок еще нету, да? Да. Они и ВК десяток. Так. Отойти на минуту. Чего? Отойти на минуту. Отойди на минуту. Или, ну, или звучало типа отойти, типа сами справитесь или как? Я за Райсом привяжусь. Райс, не потеряй меня, пожалуйста. Сейчас Райс проведете по всем злачным местам этого мира. Все, сзади привидение сагрили. Закончилась игра. Дал шаг ему. Райс, как так-то, Райс? Я только наушники снял, уже мертв. Тут, короче, какой-то дракон синий. Да, да, было дело, согласен. А где вообще умираете? Ладно, заново побегу. Попозже отойду. Мы тут целка решили сходить, пока вы там офкашите. А знаете, как покупать текстуры здесь? А я знаю. А где скелеты вот эти, знаете, как туда попасть? В подвал. А мы сейчас... Может, мы много сагрим и пойдем? Ну, хорошая идея. Я за. По одному, кстати, тоже нормально, по-моему, безопасно достаточно. Мы еще вайпнулись там. Да, вайпнулись на том крипе. Давайте по много, мы же сильные. Во. Ты, короче, беги, я просто буду вот так делать. Просто грязь развели, блин. Дон-трун-ду-де. Я себе новый трансмог придумал.
Я думал, ник. Там сзади моба мы бьем. По два штуки. По два бьете? Фирик, а ты с нами? Да тут четыре. Может быть. Пошли вверх. Фирик, ты с нами в дискорде, нет? Там, да, вы. Я думал, это сова. Давай, облапай весь хайп. Потрогай самых неприличных местах. Все, есть, я договорился, ребят. С нас косарь, да? Ну да вообще два, ну для своих скидка там 25%. Ну что, хрен там это пиздец, что так долго бьем. Бон где ДПС. Да какие-то толстые. Не под ним. По прокам у меня киллшот сейчас ударил 15 тысяч, раньше 20 бил. Ну, под проком на гео. У тебя же там ахипу? А, нет, у тебя просто шанс крита повыше. Урон не влияет никак в срыве. О чем? Помнишь, там 15% на киллшот какой-то было, я потом вспомнил, что это 15% на вероятность крита урона киллшота. Талант. Который там, да, вправо части ветки. Угу. Там групповая охота или как она называется, что-то такое. Ой, уводи его в самый угол. А можно вот после смотреть, если на минут 5 отойти? Да, мы сделаем перекурчик там как раз. А, посмотрели, перекур, да, будет? Угу, да-да-да, чтоб, ну, спокойно уж идти дальше. Туда ок, тогда не пойду. Дебаф. Ай, меня бьют. Тебя? Меня главхил бьет. Понимаю. Кстати, надо ведь еще сделать. Кстати, да, у меня множитель крита 237, оказывается. Ух ты, интересно. На киллшоте. И 71% крита. Так, нужно вспомнить, как залезать на голову эту статую. И а продолжить. Не нужно залезать. Нет, и как продавать эту инфу? Под слоганом, как собака этих мобов? Не-не-не, просто, типа... Уроки паркура от Неверлайна. Нормально. Уроки... как там? На Фрее, на горы лезть. Ну, это я тоже могу. На Мимироне, на потолок. Кстати, вот на потолок, вот я придумал, как залезть на потолок. На Алгалоне в космос, да, пробираться. Я не сомневаюсь, да. Фейку рисовали. Ну, я приблизительно помню, гладить на голову, но это трудная штука. На пол сдал. Может, мы большого банить будем или все равно, не знаю, но мне все равно ману пробивать надо, я прям через него играю. Ой, я только сейчас понял, что бонус 4 сета не с верного выстрела прокает, а просто прокает. И что? А ну это лучше, чем я думал. Да, я думал, что мне верный выстрел надо кастовать для этого, я все переживал. Что-то атаки для питомца, насколько это полезно. Да, это понятное дело, бесполезно, но это лучше, чем ничего.
Если бы она давала 600 АП ханту, вот это бы было бы пиздец. Хотя бы даже если там урона пета. Ну, это как ТТ-8. Ну, нет, там от чего он там зависит, это 8-й? Не помню. Ну, с верного выстрела тебя прокает 800 АП, по-моему, или что там. Ну, там, да, но там единственное, что там совсем мусорные статы на предметах. Я сам согласен. Да, слушай, ТТ-эти, Т-9 то же самое. Ну, два... Хотя нет, там, по-моему, одна шмотка с арпом, здесь хотя бы две шмотки с арпом. С этого. В Т-9? Ну да. Ну, по-моему, грудь... А, нет, не грудь, а... Ноги, штаны. Ноги. Да, ну, просто я софтом взял, потому что они прям приятные. Да, согласен. Ну, тут столько меткости, вот это кольцо новое ввели, плюс осмотрителя кольцо, я даже не знаю, там... Реально в кожу переодеваться. Единственное решение. Делать рефобезно и переваться в кожу. Сука, не, ну, блядь, не убрали бы вообще расовую способность, чтобы не было этого хуни с выбором. Было бы нормально. Либо деморф качает, за который, по-моему, баня относился. Что это такое? Ну, ты типа играешь на персонажа на любой расы, но тебя отображает та, которую ты хочешь видеть. Это ж моделька, это ж ничего не меняет, за что бан. Ну да. Это ж как это, как трансмут, можно же тоже так все сделать. Ну так я же говорю, за это банили, вот, все. Серьезно? Я да. Не знал. Кстати, вот есть еще аниме мод, этот, этот, блять, Досирус, не Досирус, вообще на Warcraft. И угадайте, я кто... Типа, и угадайте, иди, ну потом единственный анимешный этот, скин, и угадайте на ком он. Ну, ничего короче, не понял, но скажу паладин. Ну, близко, да, но на этом, на крови. Но там, где пример выложен, там как раз таки, да, паладин за модельку взят. Паладин или в крови. Притом все вокруг абсолютно нормально, но вот единственное, ты бегаешь как вот этот, как ебень. И хоть ебень, хоть не ебень. Помочь? Я профессионал в этом деле, смотри. Оп. Там у нас такая есть, ты чё? Да я с нормально все специалист. Вы есть вот... на это? Лицензия на таун. Да, у меня три высших образования, мне не нужен. Кайф лук скилл Джедена. Риадал, который. Сейчас рыба у всех есть? Да, нет. Нет. Поставлю сейчас, значит. Еще каски бафать надо начать. Фейки пристебав. Да подожди, по-моему, все есть, кстати. Не у всех, не да? Фейки. А где она? Господи, спряталась в толпе. Фреймы выносить придется, опять главхил еще. Блин, нужно этот персонаж, на котором не нужно ничего давать. Нужно роги сделать этот, проходку. Так, а, просто да. Да, вот, еще. И не паришься. Дай каску. Рейс там вообще на тебя зуб точит. За эту каску. Прям... Прям негатив. Сейчас давай арчек такой. Я там могу полипару, он у меня установлен, его включить надо. Все, все готовы. Сейчас запускаем. У меня он скачан, им надо пользоваться просто. Не, я просто смотри этот рейс. Мне просто немножко нравится, когда ты хейтишь нас. Это добавляет морально духа немножечко. Бля, зачем я крылья сдал, долбоёб? Ой, долбоёб. Бывает. Зачем ты дал крылья?
Снова его получается. Ничего страшного. Жить можно. Кстати, у Сурва большой плюс. На вот таких вот, блядь, боссах поебать, подошел к тему, не подошел. Ты хоть ну, можешь... знаешь, как бы не особо все равно. Ну, да, да. Все равно напрягает. А аура на каст есть? Нету. Ой, да, извините, что-то не ту не держу. Не, я просто не шарю, может там на армор надо. Не-не-не, я вообще фаер держал. Единственная аура, которая, по-моему, нужна в этом рейде. Реально это нужна. Но я на этом трэше Галимову, который на первом этаже. Слушай, у меня может быть еще крылья успеют откатиться. Ну не факт. Ну 47 секунд. Я трапы сейчас бы мог бы встал бы в трапу. О, встал. Ну да, меня искала. Способ? Гера. Я в жопе. Да, я понимаю. Пирекс. Надо было мне нападать просто. Райз, ребаф, каску. Давайте просто правильно и все. Опа, кто-нибудь играйте, ну давайте, давайте. Приводим. Нажал. Блять, багались фреймы, где Рейс? Рейс, смотри, я тебе каску сдал. Сразу, вообще, прикинь. Слушай, он все равно написал. Нормально общаемся, он берет и пишет такие вещи, гадости. Просто в общий чат. Не командный игрок получается. Это еще что, вот когда на Ардру твои ходы диспелят. Это запомнил. Я бы тоже запомнил, если бы я танчил, это когда я хилил, то ужас был бы, блядь. Просто давайте добиваем. Да, тебя под крыльями сейчас перегоню, вон сову перегнал, все нормально, жить можно. Дельня, лучший. Как ты это делаешь? Вот я не могу ее перегнать. Она перегнал мне назад, все хорошо. А если я еще нормально себе эти поставлю, чарки камни? Конечно, и... Ой, 71% крита, сколько сейчас у меня? 80% крита, а в прилив не крита, но вот киншот. Моба. Добейте скро? Добили. Просто служу в чат, чтобы вы добили, вы не хотите это делать. О, там чел получил 80 уровень, кикайте его. Правило таково, типа, мы тебя взрастили в доме родном, 80 получил, уже взрослый, иди и дальше. Там пожили. Иди в регион, да? Иди в регион, кайфуй там. Иди в СПКЮР. Ночной рейд. Ну, ночной рейд, ну там еще более или менее как-то уже чуть-чуть левел получше. Там Тенебри. Что там еще у нас есть? Из злачных гильдий альянсов. Так, блин. Момент есть. Ой, какие ноги хорошие. Ой-ой-ой-ой. Плохой. Очень плохой токен. Ну, я полагаю, что эти штаны нужны, потому что там слишком дохуя статов. Там очень много, да, это прям... А прям... есть тот уже, у я кого дошел. Есть там голова, например, ему нужна. Почему я сотку, блядь, вот на штаны выкинул, а не на токен? Ёп
Ну, чё это такое? У Перехи или у Донта нет головы? Слушай, Дон, ну можно мог бы поуступать пацанам, а не дать перчатки. Ну что ж ты такой душный-то? Перчатки мне нужны. Да куда? И голова нужна. Да не. Перекор? Да, перекор. Пирекс, только дашь мне обмен? Где ты там стоишь? Да, ему точно штаны нужны. Я бы эти штаны все на ДК-шку хотел. Напоминаю, локом уберите пэта, хантов тоже, наверное, уберите. Причем тут ДК-шки надо сейчас собирать.